Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, ну что, заберем свои награды. Везде, где только можно. Так, что у нас тут? Значок. Значок, ну-ка посмотрим. Забрать. Нам еще немножко, и мы с тобой сможем поставить голографическую статуэтку птеродактиля, я так понимаю. Что у нас тут вывелось? А, готов, охламончик. Окей. Это у нас кто? Типа ленивец? Эриматерий. Фига себе, ну да, он похож на ленивца. Ну такой гигант, ё-моё. Так, давай-ка мы его, наверное, прокачаем сразу до 10 уровня. Отлично. Точно, очень похож на ленивца. Вот так вот он. Да ё-моё, опять кот. Я не успеваю, ребята, начать играть, как это постоянно тут у меня сбегает. Постоянно. Было сегодня, кстати, обновление в этой игре. Какой-то будет легендарный босс, новое событие. Правда, я пока его не вижу. Наверное, в дальнейшем все это будет. Так, подожди, а у нас же там еще что-то вроде бы как готово. Так, погоди секунду, ну да, я просто не посмотрел. А, так тут все. Все готовы, всех можно забрать и всех можно поместить. Элосмозавр. Помещаем, кстати, его, по-моему, тоже можно прокачать до 10 уровня, ну как обычно. Всех прокачиваем до 10. Так, забрали награду. Следующий. Так, а у нас тут еще эволюция. В плане, мы с тобой... Да? Тридцаточку? Аллозавр. А, алангозавр. Угу, поместить. Прокачиваем его до тридцаточки. Так, и получается, нам нужно еще с тобой сколько? 4 алангозавра вывести для того, чтобы его прокачать до 40-го. Как-то вот так. Ну, в принципе, можно. Можно этим заморочиться. Так, поместить. Прокачать. До 10 уровня прокачали. То есть у нас, по-моему, там еще один есть. И мы сейчас сможем его прокачать до 20 уровня, да? Забираем. Поместить. Ну, естественно, до 10-го. Все. Ну, а здесь, как ты понимаешь, до 20-го уже уровня будем прокачивать. Так, здесь у нас что-то готово. Построили, кстати, у нас новая какая-то постройка вроде бы. Сейчас посмотрим. Полет на 7-е небо. Пускай вот здесь вот стоит полет на 7-е небо. Так, забрали. Слушай, а подожди, а где у нас задание-то? А, вот они появились. Я же думал, куда они исчезли. Так, покормили динозавров. Принять ПВП участие. Дальше нам использовать ускорение и собрать моды. Ну, моды это понятно. Что здесь нужно сделать? ДН... Подожди-ка, давай лучше не ДНК, а все-таки а еду. 300 тысяч еды. Блин, дороговато. Вот, за монетки. За 600 тысяч монет. Это у нас какой? Обычный редкий, а редкие моды. Ну и что нам тут выпадет? Пронзающий укус. Забираем. Так, награду мы эту с тобой получили. Ну что, использовать ускорение. Пройти турнир, событие только для VIP. Ну, у меня нет его, потому что я не VIP. Я обычный. Так, а вот кого мы будем с тобой выводить, давай подумаем. В принципе, нам нужно с тобой 4 алангозавра вывести, чтобы прокачать до 40 уровня. Сколько он стоит? Так, ну... Пока бесплатно, да?
Этот, если не ошибаюсь, потребует уже, по-моему, 25. Что-то я куда-то не туда пошел. Так, а у меня вот этого нету. Надо его, ребят, тоже поставить на вывод, чтобы он у нас был. И где еще-то у нас алангозавр? Эй, он же был вроде бы здесь, недалеко. Сейчас я его почему-то не вижу. Ладно, давай прокрутим, посмотрим. Нундазух, потом, по-моему, пастазу. Ага, вот он. Слушай, 1000 стоит. Давай, активируем. Так, это получается второй и третий. Блин, неужели тут нельзя как-то быстро искать все существа? Гибриды. Вот. Активируем. Ну что, это 3. Ну, потом еще одного с тобой сделаем. И у нас будет алангозавр 40 уровня. Это, ребята, чисто из принципа я уже пошел его делать. Хоть он мне и не обязателен, но пускай будет. Так, ну что, давайте теперь смотреть, какие у нас задания. Ага, вот оно, новое событие бус. Кто там? Что-то я, блин, пролистнул. Победить противников 8. Дальше идет без ограничений. Схватка редких. И дрожь земли. Блин, Дракорекс. Блин, офигенно смотрится, да, друзья? Дракорекс. Ну что, схватка редких. Давай, наверное, поиграем здесь. Так, секундочку. Здесь нам лучше взять Капразуха. Возьмем Капразуха. Сюда возьмем. Можно взять Раджазавра, в принципе. Да? Да, я возьму, наверное, Раджазавра. А сюда возьмем Суперзавра. Погнали. Здесь нам нужно подраться в 3 поединках. Кстати, ты заметил, что картинка поменялась? Видел, какая? Так, ну что. Отлично. Давай в атаку сразу же. Блин, а он живучий. 214 хп у него. Ага. Меняет. Блин, вот это плохо. Тогда мы тоже с тобой поменяем. Поменяем и возьмем защиту. Так, ну что, он, наверное, будет менять, скорее всего. Нет, он пошел в атаку. Удивительно. Он одну атаку сделал, плюс 2. Что у него 2? Фу, давай-ка я вот так сделаю. Угу. Одну очку действий он перенаправил в бонус. По-моему, тут нам крышка. Хотя, если он поменяет, а он и делает смену. Так, ему надо будет 3 атаки. Да, ушатает. Но он остался без бонусов. Раджазавр. Нам надо менять с тобой. И все в атаку. Подожди. Так. Да, получается, все в атаку. Ну ладно. Так, естественно, ребята, он сейчас будет менять, скорее всего. Хотя зачем ему менять? У него соточка в атаку идет. Ё-парсоте. Смотри, не побоялся же. Натушастый, а. Раз, два, три. И поставим защиту. Блин, вот ты посмотри, что творит, а. Я немножко удивлен, что травоядник как-то еще сопротивляется здесь. Так, он, по-моему, все потратил, да? Твою налево, нифига он не все потратил. Не-не-не, не пробьет, не должен. Твою налево, блин. Ну 50 плюс 50, откуда у тебя взялось-то 120? Ладно.
Придется, ребят, смириться. Да, мы проиграли. Но это временно. Сейчас я буду мстить. Ну что за зависон? Вот и после обновления вот этот вот зависон меня бесит. Схватка редких. Поехали. Я хотел по-хорошему, но, как видишь, по-хорошему они не хотят. Поэтому берем с тобой пастазуха. Возьмем велосираптора. Ну и возьмем, наверное, с тобой скалозавра. Давай посмотрим, раз он такой крепкий, да, выпендривается. Так, ну что, одного удара будет достаточно, чтобы его вырубить просто-напросто. Следующий, да? Две атаки. Неужели вырубит? Хм, нет. Тогда меняем. И берем защиту. Интересно, он будет менять? Нет, он решил атаковать. Ну тогда ему крышка. Все в атаку, ребят, сливаем. И уничтожаем. Так, а это у нас Кеца. У него 98 к атаке, то есть ему достаточно один удар нанести. Ну, а я возьму, наверное, скалозавра. Давай, посмотрим, насколько ты хорош. Слушай, тут можно даже еще и атаку прописать ему. А ему крышка. Все. Да, выпендривался. Хлопчик. Ну что, это был только первый поединок. Нужно еще сделать два, чтобы получить пак. Что-то, конечно, долговато, но ладно, фиг с ним. Отчет о схватке. 35 ДНК. Так, у нас это будет продолжение. Враг будет немножко крепчать, это понятное дело. Значит, здесь нам лучше взять, наверное. Блин, если я потрачу велоцираптора, я останусь вообще без хищника, по идее. О, могу взять стегозавра. Давай, короче, сделаем, наверное, с тобой так. Стегозавр и капразух. Капразуха, я думаю, хватит вот на этих двоих. И на всякий случай можно взять... На всякий случай можно взять пастазуха. Ну, это так, чисто для прикрытия, ребят. Потому что если что-то пойдет не по плану, мы могли прикрыться. Так, у нас здесь 116 к атаке. Я думаю, что нужно просто бомбить, не давая шанса ему. Угу. Смотрим. Если он переключается, мы с тобой, естественно, сразу тоже переключаемся и будем уже. Он переключился. Так, ну, поехали. Возьмем с собой сразу бонус. Пускай атакует. У нас будет бонус, и тогда мы уже с тобой разберемся здесь, да, с ними. Опять он меняет, суперзавра берет. Слушай, мой ход. Ну что, меняем? Раз мой ход. Раз, два, три. Да, ему кранты. Но он, кстати, взял очень много бонусных очков. Поэтому сейчас, естественно, мой стегозавр будет уничтожен велоцираптором. Но для этого ему придется потратить практически все очки. А у меня капразух. Угу. И вот капразух как раз начнет их сейчас рвать. В щепки причем. Смотри. Смотри, как это будет происходить. Минус. Давай следующего своего велоцираптора. Даже если он все атаки свои потратит, он меня не уничтожит. А вот мы сейчас ему врежем.
Ну что я тебе скажу, вторая победушка у нас. Остается третью только сделать и все. Да-да-да, молодец, красавчик. Красавчик, деловой. Все дела, все у нас получилось. Единственное, что сейчас надо посмотреть, кого нам выдадут. Потому что если дадут слишком сильного противника, возможно, мне даже некого будет противопоставить. Опять этот код 19. Музыка еще такая раздражительная, да? Так, ну что, давай смотреть. Так, тут у нас Кеца. Ну, против Кеца мы возьмем анкилозавра. Тут даже думать нечего. Вот против велоцираптора я фиг знает. Возьмем, наверное, тоже велоцираптора. И возьмем с тобой аэротитан. Как-то так. Я думаю, в принципе, вот такой командой реально победить. Тем более, ты видишь, что Анки у нас очень сильно бьет. Давай атаковать. Ну, смотри, с одного удара пол хп. Я сомневаюсь, что он будет атаковать. Он, скорее всего, переключится на велоцираптора. Ну, а мы с тобой... О, он еще и атакует. А если я возьму, блин... Сейчас глянем. Да, я возьму велоцираптора. И возьму защиту. И возьму защиту. Так, смотрим. Что он будет? Блин, он, наверное, взял два бонусных очка, скорее всего. Тогда проверим. Угу, два бонусных очка, но мы его вырубили. Соответственно, все переключается вот на его Кецу. Это 4. По 115, это ему нужно 3. 3 атаки провести. Угу. Ну, а теперь наше время уничтожать. Так, 180. То есть, получается, блин, два удара надо делать, как минимум. Ну ладно, была не была. Так, Кеца минус. И еще, по-моему, да? Или кто это у нас? А, это Чжец. Чжец, это ж офигеть так назвать его, а? Да ладно, неужели? Ты глянь, а? И как я его должен здесь подбить? 298. Ну, не подведи. Все, ребята. Аэротитан справился. Значит, мы с тобой крутим рулетку или берем там пак, что у нас выходит. И следующее задание какое-нибудь будем выполнять. Да? Можно, в принципе, пойти даже на арену. Ну, давай, давай. Блин, я офигею таки, да? Когтями так стену разодрать. Так, все-таки это рулетка, да? И вы... О, слушай, аэротитан. Слушай, это неплохо, потому что он у нас уже есть. Но он 10 уровня. А теперь мы можем его сделать 20 уровнем. Так, иди, иди, иди. Смотри, что там. Так, здесь забрали. Купить билеты на розыгрыш призов. Ты что за билеты я должен еще купить? А, вот эти... Так, давай показывай, что там у тебя. Рулетка, наверное, как всегда. Мегалозавр. Цинковый приз. И Тодзи. Мне выпадает Тодзи, окей. Раз. Ну, понятное дело, что мне не хватит. Тут двадцатка максимальная, да? Если бы еще 20, то я бы мог взять следующий приз. Когда мы с тобой разбогатеем немножечко на деньги, возможно, мы с тобой опять активируем VIP. Когда это только будет, я не знаю. Так, ну что, принять участие, использовать ускорение. Блин, про это ускорение, где его можно использовать? Раньше мы его использовали вот здесь. Когда надо было всего лишь чуть-чуть потратить. Но здесь ты видишь, по 20 долларов, это как бы, ну, не вариант вообще. Забрать. Что у нас там опять с тобой? Ага, ДНК. Ну, и двигаемся дальше. Смотрим, что у нас тут еще есть. Так, ПВП события.
А что же все-таки будет за босс-то событие, а? Скажи-ка мне на милость. Где оно? Зловещая встреча. Это вот и есть босс события. Фигня какая-то на самом деле. Так, победить 8 противников. И что у нас там за... А, это золотые... Ох ты. 8 противников. Что-то мне кажется, здесь будут такие... А, ё-моё, тут еще и рыбы. Твою налево. Это мне нужно сколько там получается? 3, да? 3 поединка. Ну, давай посмотрим. Ну, тут, наверное, бесполезно. Раз, два, три. Поехали, глянем. 3 поединка. Ну, ты видел там одни золотые карты? Ё-моё, это было бы шикарно. Но 8 противников. Куда? Не знаю. Атакуем. Так, просто стега готов. Давай следующих. Анхапристис. 2 атаки по соточке, да? Он, наверное, будет атаковать. Ну, одну. Ну-ка, дай-ка я гляну. Давай заменим, наверное, с тобой здесь. И что, бомбанем? Бомбанем. Защиту поставил. Вот такой вот он жук. Это рыба-пила. Ну, по крайней мере, вот в современном мире есть такая рыба-пила. Вот, похоже. Что вот он сейчас сделал? Я, наверное, сделаю 2 атаки и бонус. Угу, пробиваем. И выходит следующий. Ёк-макарёк, 200 к атаке. По-моему, нам кранты. Черепаху мы теряем. Нет, в таком случае еще пока живем. Ту-ту-ту-ту. Меняем тогда, что же делать-то? Раз-два, раз и раз. Вот же чары, ты посмотри, а. Две защиты поставил все-таки себе. Очень интересно. Раз, два. Раз, два, раз. Ты издеваешься надо мной, что ли, а? Ну, все решил слить, блин, упырь, а? Вот упырь, а? Он все слил. Ну что, плюс? Атаковать его, уничтожать? Нет, здесь мы вряд ли с тобой выиграем. Это только 5 остается, да, динозавров? 5. Там еще мегалодон у него, ё-моё. Ну что, здесь, наверное, сделаем с тобой раз-два. Я со мной все в защиту воткну. Понятно. Так, сколько у него там? 46 к атаке. Да не тут-то было, парень. 2 очка он куда-то замылил. Куда? Я, в принципе, знаю, куда он их замылил. Ага. Раскусил. Блин, ну мы его не добили, ё-моё. Что он будет делать? Мы еще пока живем. Но шансов у нас здесь пройти это испытание, естественно, все меньше, меньше и меньше. Так, выходит мегалодон. Жуткий, конечно, чувачок, жуткий. Неужели все под слив идет? Прикинь, все сливает. Ну и похоже все, ребята, мы сфейлились, потому что этот у меня ничего здесь сделать не сможет. 235, да? Мегалодона-то мы ушатаем, а дальше-то что? Против редких. Ведь в редких мы ничего не сделаем.
Генерия. Так, ну Генерию можно тоже попробовать уничтожить, конечно. Не вышло. Так, 5. Что он там? Ну, 4 атаки сделает, нам крышка. Все. Ну, проиграли, ребят. Ну, что тут сделаешь? Можно было бы, конечно, выиграть, если взять одних легендарных водоплавающих. Но тогда нам с тобой на вторую и на третью катку никого бы не было. Да и прокачка у нас с тобой слабенькая, именно по водоплавающим. Было бы хотя бы там, не знаю, уровень 20, 30. Они у меня все 10 уровня, это максималка. Так что, да, я не спорю, награды тут, конечно, шикарные. Ну ты посмотри сам. Зухамимы всякие, прянозухи, терезинозавр. Блин, конечно, хочется получить. Шунозавр, блин. Ихтиостега. Сколько это событий? 18 часов будет еще длиться. 18 часов. Очки доверия. Ну что, пойдем с тобой в дрожь земли поиграем. Поехали. Так. Начнем издалека, да? Потому что это только начало. Естественно, враг будет слабеньким. Но не очень слабеньким. Так, возьмем с тобой Лимносцелиса. Возьму, наверное, Чжец и Бронитозавр. Вот такая у меня пока будет команда. Смотрим, кого нам дадут против нас. Ну я тебе говорил, что это первая, ребята, битва. Она, естественно, будет изящная. Потому что вот чем выше ранг, тем сильнее противник. Тут даже думать нечего, сразу рвем. 68 к атаке, отлично. Он думает, что у меня хищники будут, ага. Меняет. О, как. Хорошо. Сменил. Я тоже сменю. Сменю и еще и атакую. Еще и вырубаю его. Вот так вот. Диплокаулус выходит. У него 14 уровня, 28 к атаке. Естественно, ничего он сделать здесь не сможет. А вот мы, если постараемся, мы сможем ему очень сделать даже плохо. Да? Так, уничтожаем, получается. Ну и выпускает он Кулазуха. 32 к атаке у него. Опять же, ничего сделать не сможет. Давай, ходи. Ну, в общем, одним словом понятно, да? Здесь он проиграл. Это бесполезно. Кулазухи, тем более, они все не прокачанные здесь. Так, ну а мы с тобой будем сейчас крутить рулетку новичка. Так прикольно его смотрится, это динозавры, да? Такой цвет у них фиолетовый, там, я не знаю, синий какой-то. Как мутант, как пришелец как-то выглядит. Ну что, на счет мы с тобой переходим на добычу ранг. И вы вошли в лигу добычи. Будьте добры, дайте мне, пожалуйста, рулетку. Хочу крутануть. Что, опять меня будете тыркать едой, да, этими ДНК? Ну, естественно. Так, а мы с тобой продолжаем тогда схватку. Противник будет немножко посильнее, но не настолько сильный, чтобы наводить тут панику. Поэтому начнем, наверное, с тобой так. Возьмем Гуаньлуня. Возьмем Кулазуха. И возьмем Аргентинозавра. Смотрим. Жалко, конечно, что тратишь ты по 5 баксов за каждый поединок. Но есть такая возможность при рулетке получить 50 баксов. И тогда, грубо говоря, у тебя 10 поединков, которые ты потратил, окупятся.
Так, ну что, у нас два хищника, да, столкнулись лбами. Я возьму, наверное, и поменяю на клазуха. Сразу же, не буду там ничего придумывать. Сразу возьму клазуха и все. Ему смысла менять нету. Вообще нету смысла. Так что лута придется тебе проиграть. Так, он взял защиту. Так, и 3 очка у него есть. Куда он будет тратить их? Никуда. Тогда в атаку все. Все, ребята, в атаку. Минус. Гигантозавр готов. Так, у него Тодзи. У Тодзи 5 очков. Ну что, ребята, он 27 к урону. Что он может сделать? Да ничего. Просто на меня посмотреть и уйти в сторонку. Или все поставить в защиту. Что, скорее всего, он и делает. Поэтому мы с тобой сделаем раз-два и раз-два. Вот так вот. Уничтожаем. Ну и выходит Тирана-Титан. 17 уровня. 8, да? Ему нужно все слить, чтобы меня победить. Серьезно? Ну и что ты этим добился? То, что я тебя сейчас просто разберу, да и все? Че, ребята, естественно, все в атаку. Тут и думать нечего. Вот как-то так. Ну что, двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, куда нас там по арене продвинут. Ну, вряд ли мы, конечно, попадем сейчас с тобой в новый ранг. Скорее всего, будем на этом висеть. Ну да. Дайте мне что-нибудь путевое-то, в конце-то концов. Я хочу вылетать, да? Ну, я думаю, ты понял, да? Во время того, как рулетка крутилась, у меня вылетела игра, и вот мы с тобой еду заслужили. Так, продолжаем наши поединки. Дрожь земли. Главный приз. Ну что, поехали. Так, противник сейчас будет еще немножко сильнее, но не настолько, чтобы прям бежать. Возьмем с тобой топижару 40 уровня. Ну, дозуха возьму. И, наверное, афиакадона. Хотя афиакадон, я не уверен, что нам здесь... А, ладно, рискнем. У него очень мало здоровья, как ты видишь. Всего лишь 176. И очень слабая атака. А тут уже пошли, да? Пошли, ребята, 30 уровни плюс. Топиалозавр. Ну что я могу с ним сделать, с топиалозавром с этим? Ну, поставить защиту могу. Поставить защиту. Интересно, он будет атаковать? Он атаковать не стал. Я, наверное, сделаю вот так вот. Я сделаю вот так. И плюс возьмем бонус. Я знаю, что ему кранты афиакадону этому. Но я хочу, чтобы он потратил свои накопления, свои сбережения. Чтобы мне потом было попроще немножко. 2 потратил, да? Окей. Да, это не самый лучший вариант, если честно. Не самый лучший вариант, да? Получается, раз, два. Вот так вот я сделаю. Но... Так, что же он сделал? Неужели он поставил все в защиту, а? Ч
Что-то я даже не знаю, ребят, что он там сделал. Точно, он все поставил. Он поставил в очки. То есть 7. Все будет сливать или нет? Если все, мне... А там даже не все надо. Так, 4, хватит ему? Должно, да, хватить. 3 очка он оставил себе на потом. Твою налево, у него же здесь топижар остался. А топижара, как мы знаем, против водяных. Точнее, летуны против водяных. Против амфибии очень хорошо, да? Ну, в общем, проиграл я тут. Меняет. Вот об этом я тебе и говорил. Видишь, 170 идет к атаке. Хрен его знает. Не получается ни шиша у меня пробить. К сожалению. И только лишь виной здесь его вот этот вот гибрид. Топиелозавр, которого он взял. И который мне все карты, грубо говоря, испортил. Ну ладно, чё расстраиваться-то. Еще не все потеряно, еще у нас есть динозавры, поэтому продолжаем битву. Просто я думал, что у нас, как бы тебе сказать, подольше будет вот эта схватка. Так, теперь нам нужно, знаешь, кто еще? Вот этот. Поехали. 100% они где-то вытягивают. Может быть, из паков они достают на своем вот этом вот раннем этапе, на своем раннем уровне. Ну, посмотри. Редкач. Ну, здесь-то разберем, здесь понятно. Здесь наносим атаку. Грубо говоря, его шваркаем. Я еще удивлен, как он выжил. Ясен перец, он тут уже знает, что проиграл. Заведомо ничего у него тут не получится. Ну, вот здесь вот, ребята, вот этот динозавр вообще не в тему. Вот в данной битве от него толку ноль. Диметродон вышел. Ну и что? Какой ты молодец. Какой ты, блин, молодец. А вот так тебе... Нормуль будет? Ах ты. Что-то я не подумал, что мы его не пробьем, что у него защита. Хорошо. Если он все сольет, ну, естественно, мы его добьем, понятное дело. Это он всего лишь одну атаку делает. Так, ну, а мы с тобой сделаем тогда... Вот так, вот так и вот так. Дай ему крышка. Отлетел. Естественно, этот ничего нам не сделает, анкилозавр. Просто посмотрит на нас. Единственное ему... А, вот он как делает. Ну что, уничтожаем его, да? Достаточно будет одной атаки, но я сделаю две на всякий случай. Минус. Ну что, и остается анкилозавр. Ну тут без вариантов вообще. Он, конечно, меня может подбить сейчас. Ютирамуса. Даже не получилось у него. Все. 7 очков, естественно, мы с тобой все это в атаку сливаем и уничтожаем. Я манал такими зубьями получить по морде. Ты видел, как он кусанул? В общем, победа. Сейчас посмотрим, куда нас по арене проведут. На какое место мы с тобой попадем. М-м, 48-е. Дайте мне в конце концов доллар или еще что-нибудь. Ну что вам стоит, а? Издевается надо мной, вот просто издевается. Ну что,
Давай возьмем тиранозавра с тобой теперь, эрликозавра и... А нам больше и брать-то некого с тобой, если честно. Ну, давай возьмем алонгозавра еще. Два хищника плюс травоядник. Что может быть лучше? Кстати, очень даже хорошо у нас получается. Как раз под вот эту вот... Под вот эту вот противников, так сказать, драконов, да? Под его колоду у нас. Прям тютелька в тютельку. Так, алонгозавр выходит. Ну его мы тоже, в принципе, можем с удара вынести. Че, он две защиты взял, что ли? Нет. Ну и... Кто там у нас? Джунгариптор. Джунгариптора тоже мы с тобой разносим. Ну, три очка, да, он получает. Что он может сделать? Ну, встать в защиту, к примеру, да? Ну, я сделаю вот так. Ну, вот и все. И ты попался, парень. Я же тебе как 7 атак проведу. Тебе мало не показывается. Или сколько там? 6 будет? Все-таки решил атаковать. Ну ладно. Ну а теперь лови от меня плюху. Так сказать. Да, мало не покажется. 4300. Так, у нас еще, наверное, поединка 2 будет. Это максимум. А может быть даже и 1. Но мы далеко с тобой не уйдем. Далеко не уйдем и награды, соответственно, офигенные не получим. Я даже не могу перейти в высшую лигу, ё-моё. Топчусь на месте и все. Что нам тут? Да неужели? Ну ладно, хотя бы... Вот, спасибо. Хоть немножко отыграл свои бакинские. Так, ну что, поехали дальше тогда. Раз, два, три. Хотелось бы посмотреть, что у него сейчас будет за команда против меня. Ментрик Акантозавр, вот он мне не нравится, знаешь, чем? У него атака мощная, я не спорю, но у него очень мало хп. Фу, что там нам дали-то? Смех какой-то, если честно. Просто смех. Так у него обычный, правильно? Лазух тут, смотрю, затесался. Кстати, он кулазухом может довольно неплохо сыграть. Да, мужичок? Что он сделал? Без понятия. Ну, я сделаю вот так. Интересно, будет менять? А смысл ему менять? Все, давай атаковать тогда уже. Ему кранты. Гацегоптерикс. Вот он. Ну что, давай станцуем. Раз такое дело. У него только один вариант, это наносить 5 атаки и... С честью проигрывать. Другого варианта нету. Вот и все. Да. Сколько там? На 2,5 урона. Замечательно. Ну что? Давай смотреть, куда нас... Я хочу просто перейти уже в следующий ранг. Долго у нас все это длится. Так, сколько мы там? 131 кубок. Чуть-чуть не хватает, совсем капельку. И мы с тобой уже перейдем. Ну, понятно, еда. Ну что, давай тогда птеродактиля выбираем с тобой. Что ты еле прокручиваешься? Так, бесплатно, пастозух.
Это же считается как ускорение, да? По-моему, считается. Возьмем с тобой пастозуха и можем, в принципе, взять с тобой еще и диплодока. Вот такая вот у нас с тобой команда. Сейчас посмотрим, кого нам дадут по врагам. Если будет много хищников, будет плохо. Ну, в принципе, нормуль. Устраивает меня такой расклад. Ну что, сразу иритатора мы уничтожаем. Смотри, какая барышня, цыганочка. Ой, цыганочка. Как это в песне-то? Барышня... А, крестьянка. Цыганка. Барышня-крестьянка, естественно. Так, ну, давай. Давай, бронтозавр. Не томи мне душу. Ничего не стал делать, тогда прощай. И остается тропиогнат. Ну, друзья мои, тут ничего он не сделает. Ну, даже если... Хотя, подожди, 4 на 50. Ну, 300 максимум он может выжить. 325. Что, атакуем? Все, крышка. Бедолага, аж заштормил, аж зашатался, да, потерял ориентацию. Ну что, вот теперь мы должны с тобой перейти в другой ранг. Нас должны повысить, понимаешь, повысить. И, да, мы добрались до выживших 96 ранг. Обалдеть. Но здесь и награды другие. Поехали. Тут мало еды, но все равно она мне достается. Конечно же. Что они могут дать Рэю? Только кусочек мяса. На больше ты, как говорится, не заслужил. Да. Так, используйте ускорение. Ну, как я использую? Никак. Если только смотреть где-нибудь... Так, подожди секунду, что у нас тут? А чего они мне показывают? Вот всегда показывают что-то, а что не поймешь. Новые релизы. Где? Моргает, да? Но я не вижу никаких новых релизов. Вообще. Ладно, фиг с ним. Так, давай посмотрим, что у нас там. Что мы можем с тобой вообще быстренько в откат сделать. И сможем ли вообще что-нибудь здесь откатить. Так, ну давай. Ага, вот есть. Бесплатно вижу. Так, и последнее нам остается. Да, в принципе, можно вот здесь вот, да? Я не думаю, что здесь много с меня снимут. Все. Так, по идее, я выполнил задание. И забираем награды. Открыть. Еда. Так, 35 долларов. Ну вот, отбили мы свои бакинские за сегодняшний день. Как по мне. Что тут еще забрать-то? Ага, спасибо. Ну что, друзья мои, в принципе, на сегодня можно... Погоди-ка, у нас по поединкам, сейчас, секундочку, по событиям. Поединки только такие, да? Жаль. ПВПшка. Ну давай ПВПшку еще сыграем, так уж и быть. Сыграем еще ПВПшечку. Че, поехали? Так, нам надо вот этого проверить с тобой. Возьмем вот этого и вот этого. Сейчас как кого-нибудь дадут нам офигенно жирного, да? И поплывем мы с тобой как карасики. Ну как сказать, среднего звена нам дали противника. Слушай, а мы на ПВП тоже, по-моему, да, крутим рулетку? Там какая-то пантера, что ли, я не пойму. Типа пантера, да? Ну-ка,
А, он еще и первым ходит. Ох, зря ты это, малыш, сделал. Ох, зря. Рвем его, короче. На тебе. Индрикотерий. Воу-воу-воу-воу-воу. Индрикотерий, ребята, шутить не любит. Он меня с двух... Да, он все сливает. Ну, естественно, меня уничтожает. Сейчас мы смотрим. Опа. А вот тут выходим мы. Раз, два. И Готовченко, я так понимаю, да? Давай, давай, разбегай его. На. Все. Осел, бедолага. Так. Деди Курус. Это маленький дед. Сколько ему надо? Он, наверное, все сейчас будет сливать в атаку. Да? Все сливает в атаку, лишь бы меня победить. Так, а насколько мы будем хорошо по нему бомбить? Ну-ка, давай посмотрим. Упс. Кабанчик, а что-то как-то у нас... Давай, все сливаем. Есть, победа за нами. Деди Рукус или Деди Курус подбит. А это напоминает мне чем-то какого-то вепря кабана. Ну, похож ведь, согласись. Ну что же, я... Что такое? Стать вип, да... Да хорош. Крутим, дайте мне 200 долларов, а, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что вам стоит? Дать мне... Ну, 60 ДНК, ладно, фиг с ним. Крутанем еще разок. Блин, выпал бы мне вот этот вот пак, а? Суперсильные звери, я был бы очень счастлив. Но мне выпадают деньги. Так, ну что, у нас есть еще с тобой животные, поэтому предлагаю сыграть еще. Так, возьмем, наверное, мамонта. Келлен Кена возьму. И, с вашего позволения, наверное, возьмем Деди Куруса. Поехали. Посмотрим, кто тут против нас будет выступать. Ну вот согласись, что Амфициону он очень похож на собаку. Собаку Динго. Ух, ёк, это кто? Ну понятно, если мы уже увидели с тобой гибрида, то значит... То значит нам кранты. Хотя... Это еще, ребят, под вопросом. Берем бонус. Да, у него уже прокачано, смотри, 30 уровня тут. 21-го. Опачки, на кого он сменил? Кто у нас по атаке? Вот это хорошо, да? Бомбит. Ну что, будем прописывать? Две атаки. Будем, конечно. Поехали. Ну ладно, допустим. А ему только менять. А если менять, то это тратить очко действий. Окей. Архиотерия взял. Угу. Я возьму вот так вот. Хоп-хоп. Он даже защиту не стал брать, прикинь. Он все, неужели все в очки? 420. Ну вот тут-то ты, парень, не попался. Вот тут-то ты, парень, и попался. Так, сколько нам уже? Две атаки ему нанести. Но я на всякий случай сделаю три. И защиту. Да, здесь мы его ушатываем. И... Архиотерий появляется. Интересно, он все будет сливать? Ну, он, конечно, будет атаковать. Ему сколько нужно? Три. Три атаки сделать. Допустим. Так, а теперь делаем мы с тобой. А мы с тобой сливаем абсолютно все. Потому что одно очко у него действие было в кармане. Вот так я сделаю. Да, ему крышка. Упс. Оу-оу-оу-оу. Лопухнулся я, по ходу дела, да? Получается так.
меняет. Ну что ж, гаденыш. А как мне его ухуркать, ребята? Как мне его ухуркать-то? Раз, два, раз, два, три. Допустим. Так, ну что, я понял, ребята, он все в очки действий, да, переливает. Тогда все в атаку нафиг сливаем с тобой. И походу фейл. Так, сколько ему нужно сделать? Раз, два, три. Три атаки. Но он делает четыре. Так, ну что, малыш, вся ответственность ложится на тебя. Да. Маленький ворчун вышел. Раз, два, раз, два. Поехали. Окей. Так, а сколько у этого здоровья? 40. А нам в любом случае крышка, ребят. Ну нифига себе, 303 к атаке. Ну да. Ну что ж, ну не повезло, ребят. Ну не повезло, что я могу сделать? У нас еще с тобой... Ну, еще остались там последние. Давай их отыграем. А крутить рулетку нам не дадут ведь, да? При проигрыше нет, конечно. Блин, у нас еще динаковый-то, ё-моё. Иди сюда, Динотерий. Что такое? Поехали. Смотреть будем, что тут у нас. Да ёк-макрёк, что вы, блин, вы издеваетесь просто? Откуда у них такие уже все прокачанные? Это уже бывалые какие-то игроки, или я не знаю. Ну, что он будет делать? Лось какой-то у него. Тут вообще 38 уровня, прикинь. Все-таки решил атаковать. Ну что, ребята, ушатываем его тогда к ядрене фени. Так, смотрим, кто это такой. 257 к атаке. Что он будет делать? Он все в атаку сливает. Блин, он все в атаку сливает, да? Давай я так сделаю. Я на свой страх и риск сейчас пошел. И риск этот оправдался. Так, он две атаки сделал, да? У него три было. Раз, два, три, четыре. Да хрен себе, давай уничтожать его полностью. Так, нифига он там уродец такой. А это типа какого-то лося, ё-моё. Индрик Куцер. Так, атаковал, да? Ну что, теперь наша очередь, ребята. Все, все, абсолютно все идет в слив. В плане, блин. Твою дивизию. Так, ну ему достаточно две атаки мне нанести, да, получается? Ну что, слон, сможешь его пробить? У тебя, наверное, там атака детская. Хотя... Давай вот так вот попробуем. Угу. Ему нужно две. Если он две атаки, ребята, выставит, то мне крышка.
Да, мне крышка. Не получилось у меня взять его на понт. Я думал, он в очки там будет сливать. Но нет. Все, сфейлился. Невозможно, ребята, играть здесь, потому что, блин, гибриды 40-х, 30-х уровней. У меня еще прокачано, конечно, слабо. Именно животные. Как-то неудачно у нас получилось. Наземные. Ну, наземные можно было поиграть, но у меня все динозавры в откате. Да, на этой печальной ноте, походу, мне придется завершить эту серию. Ну да не беда. Рано или поздно. Все-таки я надеюсь, это будет рано, чем поздно. Мы отомстим. Мы отомстим. Мы будем с тобой на арене вытворять такие вещи. Так, давай-ка этих тоже заберем. Кстати, нам нужно будет с тобой одного алангозавра еще поместить. Да? Так, смотрим. Это 10. Это получается 20-ка. Да нет, туда же получается больше надо. 10-ка. И 10-ка. 100 бакинских, а у меня что, занято что ли? Это получается 20-ка, да? До 20 уровня прокачиваем, значит нужно будет... Да, еще один алангозавр нам нужен. Так что... Какой, блин, искать? Да нет, 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 не искать, просто... Покупаем, все. Здесь кого будем выводить? Кто нам нужен? Диплокаулус или кто? Пирорапторы. Так. Слушай, а ты пижары у меня не прокачаны, по-моему, до 40-го, я не помню. Вот, вот этого давай-ка, наверное, сделаем. А то он у меня какого там, по-моему, 10-го уровня всего лишь. И еще разочки его. Где он там? Он не спрятался, да вот он. Угу. Закати обратно, как говорится. Тогда давай кого-нибудь другого выводить. А кого другого-то? На ячейку у нас не хватит. Что-то я вообще торможу. А это что тут у нас? С кем ты у нас там гибридом можешь стать? Калабринг. А Калабринга у нас нету. Надо где-то его искать. Но опять же, на это нужно время. Блин, сколько у нас еще там нужно... Еще одного динозавра доведем до 40-го уровня, и все, ребята, и у нас продолжится история. Естественно, продолжится расширение территории и тому подобное. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.